Всем привет! Сегодняшний обзор про продукцию Amazing Grass. Это суперфуды, травы, фрукты и так далее в виде порошка с добавлением витграсса. Везде у них содержится витграсс. Я вначале заказывала вот этот вот шоколадный, он очень популярный и мне безумно понравился. Здесь 800 грамм. Обзор на него я уже записывала. Кто не видел или кому лень искать, он выглядит порошок. Такой вот он, болотно-коричневого цвета, безумно вкусный, очень-очень вкусный. Я покажу, как сегодня, ну, какого цвета он получится. Специально нашла стаканы прозрачные. И мне он понравился, я его практически ежедневно пью. Здесь на 100 порций, каждая порция, то есть по одной ложке. То есть здесь 800 грамм, получается по 8 грамм каждая ложка на 100 порций или 100 дней подряд, если вы его будете принимать. И на пробу я еще заказала со вкусом апельсина и acai berry, если я не ошибаюсь. Ну, просто ягодные, да. Я их еще не открывала, только получила, и вот тоже хочу попробовать. Про них я отзывы не слышала, не читала, но выбирала по тому принципу, чтобы они были raw, то есть сыроедческие и подходили для веганов. Здесь они 240 грамм на 30 порций. Так, что у них в составе? Тоже маленькая ложечка идет в составе. Так, тут тоже витграсс органический, barley grass какой-то, точно не знаю, что это такое. Шпинат, спирулина, хлорелла, то есть зелененькая, скорее всего, будет тоже, а не желтая. Дальше смесь антиоксидантов, pineapple, это у нас ананас, carrot, морковь, acerola cherry, вишня, экстракт зеленого чая, асаи, ягода асаи, корень чего-то, скорее всего, это там, свекла, малина и порошок маки. Вот, давайте откроем и посмотрим, какой. Я взяла маленькие порции, чтобы их попробовать, потому что про шоколад я слышала, он многим нравится, и мне тоже очень понравился, очень вкусный. Вот, а про остальные я не слышала. Да, здесь тоже идет такая же, еще меньше даже ложечка пластиковая, порошок такого, надо, ну, зеленого-зеленого цвета. Вот. Пахнет также почти как этот шоколадный, песком. Вот. И следующий One Scoop. Так, он идет здесь ягодный, тоже на 30 сервировок. И состав у них практически не отличается, за исключением вот добавления каких-то там, ну, конкретных ингредиентов. То есть в данном случае здесь у нас идет апельсин, а здесь уже ягоды. Так, у этого цвет немножко посветлее. Ложка где-то глубоко и пахнет приятно. Вот она пахнет ягодами. Давайте я сейчас просто покажу, какого цвета они получаются. Ну и на вкус скажу, что из себя представляют. У этого такой самый коричневый цвет шоколадный. Вот. Такая трава. Thank you.
Так, размешаем. Конечно, я все это дело добавляю именно в шейкер свой. Добавляю туда иногда порошок лукумы, чтобы был вкус еще вкуснее. Вот. Иногда добавляю в протеин, но такая особенность вот у этих вид краски, скорее всего, у всех. То есть, если их, например, вот я иду на тренировку, засыпаю этот порошок и тренируюсь час, например, то когда выпиваю вот этот вот витграсс, он набухает как будто бы, или еще что-то, и как будто бы ты уже там кусочки чего-то ешь, а не пьешь, то есть он такой становится не очень, как бы вкусный, но не очень приятно пить, вот. Так, давайте пробуем, секунду, ягодный. Пахнет очень вкусно. Ну, вкус ненасыщенный, чувствуется, никакой сладости абсолютно нет. То есть есть вот такой вот такой же песок, хотя у этого песка вообще не остается, у этого чуть-чуть песочек такой вот есть. Но ни сладости, ничего, просто приятный аромат и как будто бы такой легкий-легкий вкус ягод. Вот, ну, неплохо, неплохо, но шоколад, по-моему, вкуснее. Так, следующий это оранж. У этого цвет прям зелёный-зелёный, как будто бы свежевыжатого витграсса. Хотя у него он даже черный цвет бывает. Возможно, песок остается, потому что я его хорошенько не сбалтываю. Возможно, поэтому нужно будет попробовать в шейкере. Пахнет апельсином. Вкусно. Вот у этого вкус прям апельсина. У этого вообще вкуса не было, только как будто бы какой-то легкий оттенок. У этого прям вкус апельсина. И пьется легче. Угу. Вкуснятина. Классный. Понравился лучше даже, больше даже, чем шоколадный. Ну и шоколадный. Да, его нужно хорошенечко взболтать. Цвет у него реально такой коричневый, шоколадный получается. Ну, как вы видите. Вот такие вот дела. Если вы покупаете в первый раз, то, наверное, я бы вам порекомендовала начать именно с апельсина. Он действительно очень классный и приятно пьется. У шоколадного есть горечь, как я уже говорила, немножко. Мне эта горечь нравится, так как я, в принципе, осознаю, что я ем, что я пью и так далее. То есть жаловаться не на что. А у этого вообще нейтральный вкус. То есть просто приятно пахнет, как будто бы такой самообман, как будто бы ты пьешь что-то вот-вот. Казалось бы, вкусное, но на самом деле вообще никакое. Вот. Только приятный запах, ну и состав, конечно, у всех очень-очень классный. Вот. На этом все. Надеюсь, обзор вам понравился, оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, вы обязательно задавайте, я буду рада на них ответить. Вот. Другие, к сожалению, я не смогла выбрать, потому что они не сыроедческие. Там есть еще арбузные, если кому-то интересно, вот можете заказать на пробу. На этом все, и всем до новых встреч!